чертой, и календарь с волнующей датой. Все так, и все иначе, чем когда-то. Ведь этот год последний, выпускной. А память крутит время, как кино. И кадры возвращают нас обратно. Линейка, первый класс. И мы, ребята, вон там, с цветами. Но давным-давно вас позовет на первый ваш урок звонок своей мелодии веселой. А майским днем последний наш звонок. Прощание с детством и родной школой. И в этот срок, длиной в учебный год, мы твердо обещаем вам учиться, чтоб мог и нашим выпуском гордиться наш школьный разновозрастный народ. Да, для нас этот год последний, выпускной. Уже в 11-й раз мы пришли на линейку, посвященную началу учебного года. И с высоты прожитых лет мы хотим поздравить прежде всего вас, тех, кто пришел сюда в первый раз, первоклассников. Мы желаем вам прекрасных школьных лет, хорошей учебы, замечательных друзей и одноклассников. Желаем любить нашу хорошую, гостеприимную школу. Каждый год встречает чистая, ухоженная, отремонтированная школа. И в этом заслуга многих людей. Учителей, наших родителей, всех работников школы, администрации и прежде всего человека, который за все отвечает, нашего любимого директора. Уважаемая Людмила Павловна, мы поздравляем вас с праздником и благодарим за ваш труд, за то, что нам всем здесь хорошо, тепло и уютно в нашем втором. Да ладно вам. Время журавликом к небу стремится. Время рекой к океану течет. Мы переходим к последним страницам. Мы начинаем обратный отсчет. Сколько же было их? Мало ли? Много? Встреч, ожиданий, тревог и забот. Все сочтено за чертой итога. Мы начинаем обратный отсчет. Пусть горизонты от взгляда скрывают берег, куда нас течение влечет. Значит, другого пути не бывает. Мы начинаем обратный отсчет. Словно открыв измерение другое, руку навстречу протянешь. И вот мы прикасаемся к небу рукою. Мы начинаем обратный отсчет. Опыт накопленный многое значит, но впереди завершающий год. Пусть этот год принесет нам удачу. Мы начинаем обратный отсчет.